Распустилась розочка Domaine de Saint-Jean Beauregard. Такая, такими букетами. Эти долго держат цветочки. Это в полном распуске. Видела фотографии, она должна прям быть пышная, вся в цветах. Распускается потихонечку братья Гримм. Запоздала. Растит побежек. Даже не один. Базальных побежков. Два, три. Четыре. Четыре базальных побежка. И будет цвести. Скоро покажу. Братья Гримм. Так вот мой оскот. Этому кустику 3 года. Весь он был сильно обрезан. Но несмотря на это, все равно красавец. Цветет пышным букетом. Обожаю эту розочку. Она у меня одна из первых. После этой розочки мне захотелось сажать еще. Здесь вот у меня должен был быть еще куст. Но я его все вырезала. Потом, когда укрывала осенью, выломала нечаянно. Хороший побег. Или два даже. Но решила, что больше не буду пригибать. Буду лучше обрезать под высоту укрытия, потому что все равно весну эти побеги перенесли плохо, несмотря на то, что я их сохранила. Оскот мой. Помпанелла. Помпанелла распускается. Первое цветение. Такие цветочки. Очень обильная розочка. Кустику всего. Кустик посадила весной, очень много базальных побегов нарастила. Нет, знаете, это не базальные побеги. Это те побеги, которые у меня были насаженцы весной. Базальные еще пока, а вот только один. Но все равно она так мощно наросла. Так мощно цветет. Ну, будет цвести еще, пока вся не открылась. Красотулька помпанелла. Зацвел Леонардо да Винчи весенней посадки. Так. Показывает серединку. Надо проверять, может, это не он. Я думала, Леонардо да Винчи не показывает середину. Это Пьяна. Полностью раскрылась. Рай Леонардо да Винчи. Розочка пастелла. Так обильно цветет. Всего на одном побеге. Прям такой букетик. Вот как искусственно делают цветы. На одной веточке целый букетик. Красивая. Ну, тут вот еще веточка. С одним пока цветочком. Такая красотуля. Пастелла. Доцветает Crema Budans. Так вот портятся цветочки. Тоже обильно цветет. Красивая роза. Керио. Очень много побегов растит. Розочка Чайковский отцветает. Чайковский. 2 или 3 дня держался цветок. Открывает новый цветочек Кока-Лока. Красивый вот такого интересного коричневатого оттенка. Рядом с ней спрей-розочка Тирамису. С этой стороны она светленькая, а тут такого красно-коричневого цвета. Тирамису. Вот еще какая-то роза у меня. Не знаю, что за сорт, может, кто поможет определить.